Мы себя загнали в такую сложную ситуацию, когда этот матч, только победа давала нам шанс продолжать дальше борьбу за первое и второе место. Тяжелый, сложный матч сегодня был. Мы играли с очень хорошей командой. На мой взгляд, игра была достаточно ровная. Но очень хорошее качество показала группа атаки, которая, ну и первый гол был забит и великолепно с комбинацией, но, на мой взгляд, и второй. Мы боялись сегодня стандартных положений Копенгагена, где они, в принципе, сильнее нас и по ростовым данным, и по, наверное, по агрессии внутри штрафной площади. Ну, в какой-то мере смогли блокировать лучшие качества Копенгагена. Рады то, что завоевали 3 очка, борьба в группе продолжается. И еще один момент. Мы, в принципе, готовились, что Копенгаген традиционно играет с 2 нападающими. Но сегодня они насытили среднюю линию и хорошо контролировали мяч. Одним нападающим. Второй нападающий появился только в концовке. Голы случайные не бывают. Во-первых, первый гол — это была потрясающая комбинация на таком маленьком пространстве, где Миранчук, Фернандеш, они играли в короткий пас, и все время были передачи очень острые. Но когда играет 10 на 10 на одной половине поля, и быстро нанести удар, это не случайность. Это может только большой мастер нанести такой быстрый удар. Такая же ситуация приблизительно и во втором мяче. Значит, случайного здесь ничего не было. Сегодня на нашей основной трибуне вот такой праздник они устраивали, и количество болельщиков было в этот период, оно, мне кажется, рекордным. Они с нами, а мы с ними, поэтому спасибо им сегодня за поддержку. Они великолепно нам помогали для того, чтобы обыграть Копенгаген. Но он как космонавт, он молодец, он слетал в Новую Зеландию, возвратился сюда, вовремя прибыл, хорошо подготовился, большие волевые усилия, всегда в футболе побеждает тот, кто больше вкладывает душу, кто вкладывает мотивацию, тот и побеждает. И, кстати, по этому Хабаровску, пусть тоже никто ничего не говорит, никто не говорит о том, что вот Локомотив, такое выражение, стонет. Ничего он не стонет. Локомотив хочет правильного отношения к футболу. Вот и все. Правильного отношения к футболу. Ничего он не хочет. Хочет правильного отношения. Определите, когда можно играть, а когда играть нельзя. Тогда это будет нормально. Локомотив хочет играть на хороших полях, так как и все команды. Локомотив хочет всегда
видеопросмотры. Видеопросмотры он хочет. УЕФА что говорит? 15 градусов не рекомендует играть в футбол. Так давайте придерживаться международных правил. Вот все, что можно сказать. Все.